Яркие костюмы героев, необычный сюжет представления, талантливая игра артистов и сверкающая огнями новогодняя елка. Все это первое новогоднее представление для детей сотрудников Казанского федерального университета, которое прошло в актовом зале Института психологии и образования. На праздник собрались ребята разных возрастов. Кто-то пришел в костюме принцессы, волка, а кто-то и в образе гусара. Микки Маус. А почему ты такой костюм выбрала? Потому что я мышка. Самыми ожидаемыми героями для детишек стали Снегурочка и Дед Мороз, которые пришли с праздничными подарками. Ребята заранее подготовились ко встрече со сказочными героями и даже выучили стихотворение. Новый год слетает с неба или из лесу идет, или из сугроба снегом вылезает Новый год. Он, наверное, был снежинкой на какой-нибудь звезде или прятался пушинкой у Мороза в бороде. Белая береза под моим окном принакрыла снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. Как холофановый огонь, елка, как найдилась она погляди. Вась я в елке, селенок, волка, яркие пуфы каят на груди. Новогодняя сказка в стенах Казанского федерального университета на этом не заканчивается. Еще на протяжении 2 дней она будет дарить праздник не только детям, но и взрослым. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.